Лиза. Заголовок сказки «Рыбаки и рыбки». Воротился старик-старуха, рассказал ей великое чудо. Я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, непростую. По-нашему говорит рыбка, домой в море синее просится. Дорогою мною откупалась, откупалась, чем только пожелаю. Не посмела я взять с нее выкуп, так отпустила ее в синее море. Старик со старухой забронила: дурачина, ты простофиля, не умел ты взять выкупа с рыбки. Хоть бы взял ты с нее корыто, наше то совсем раскололось. Вот пошел он к синему морю. Видя море слегка разыгралось, стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка и спрашивает: сила, чего тебе надо, старыче? Есть поклонным старик отвечает: смилуйся, государыня рыбка, разбронила меня моя старуха, не дает старику мне покою. Надобно ей новое корыто, наше-то совсем раскололось. Отвечает золотая я рыбка: не печалься, ступай к себе с Богом, но будет вам новое корыто.